Имя Иисуса, Его кровь на устах верующего приносит огонь. Писание говорит, имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Дорогой читатель, ты, Дитя Божий, всегда помни, что Господь превознес Слово Свое выше всякого имени. Поэтому говори слова Божьи, веря в том, что то, что ты говоришь, обязательно исполнится. Это Слово Божье и это Божье обещание. Я хотел бы напомнить, что говорить можно только то, что ты знаешь. Писание говорит о том, чтобы мы наслаждались пребыванием в Слове Божьем. Вы должны знать Слово истины. Слово Христово да вселяется в вас, аминь. Со всякой премудростью научайте и разумляйте друг друга словами словословия и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Колоссянам 3:16. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Псалом 1:1-3. Будь близок со своей Библией, всегда молись, имей поющее сердце, упражняйся во власти, данной тебе Господом Иисусом Христом. В конце этой книги я хотел бы привести еще несколько мест Писания, которые помогут тебе больше утвердиться в твоей вере. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Притчи 16:9. Все заботы вашего сложите на него, ибо он печется о вас. 1 Петра 5:7. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Или сатана, если сатана искривляет, то он разделился сам с собой. Как же